Сотрудничество с предприятиями вузами Томска позволило «Газпрому» повысить технический уровень отрасли. Такое заявление сделал заместитель главы правления газовой компании Виталий Маркелов. Он сегодня находится в Томске с рабочей поездки. Регион обеспечивает газовиков современными технологическими решениями. В свою очередь, компания размещает на томских предприятиях заказы, обеспечивая высокотехнологичные рабочие места и развитие экономики Томской области. Теме сотрудничества между компанией и регионом было посвящено совещание на уровне заместителя председателя правления «Газпрома» и губернатора Томска. Области. Более 20 миллиардов рублей – таков объем промышленной продукции в рамках дорожной карты, которую 9 лет назад подписали губернатор Сергей Жвачкин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Реализацию задач, поставленных в этом документе, обсудили сегодня на совещании делегации администрации Томской области и «Газпрома». Объекты «Силы Сибири» питаются электроснабжением от томских энергоисточников. Весь технологический облик, будем говорить, «Силы Сибири», самый современный технологический облик «Газпрома» формировал, будем говорить, томский промышленный класс. Сотрудничество с томским промышленным кластером позволило компании успешно замещать импортное оборудование и программное обеспечение отечественными аналогами, подтвердил в ходе совещания генеральный директор «Газпром-Трансгаз Томск» Владислав Бородин. Томские предприятия смогли с пользой для себя наладить серийное производство продукции, необходимой газовикам. 69 наименований оборудования сегодня выпускается в Томске. Немаловажно, что у нас есть на территории «Газпром-Трансгаз Томск» на объекты, которые наши заводы проводят опытно-промышленные испытания новой продукции. Вот год томской дочки руководит Владислав Иванович Бородин, который, в общем-то, полностью сегодня разделяет наше стремление повысить уровень и объем нашего сотрудничества. «Газпром» на территории Томской области сегодня успешно решает еще одну стратегически важную задачу, поставленную президентом страны – повышает уровень газификации региона. А в ближайших планах – развивать современные технологии по сжижению газа для поставки в поселки, куда нельзя провести сетевой газ. Программа газификации и газоснабжение, я хочу сказать, очень амбициозное. И я тоже приглашаю томских промышленников, будем говорить, в ней поучаствовать. В технологическую цепочку «Газпрома» в регионе сегодня вовлечены 12 крупных промышленных предприятий Томской области. А научную и инженерную поддержку осуществляют томские вузы. Андрей Маланов, Иван Патлусов, «Вести Томск».